Приготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 4. Начерти в тетради отрезок АБ длиной 85 мм. Отметь на нем точку О так, чтобы длина отрезка АО была в 4 раза меньше длины отрезка ОБ. Пусть АО это будет одна часть, тогда ОБ это 4 части. 1 прибавить 4 всего получится 5 частей. Это всего в отрезке АБ. Чтобы узнать, чему равна одна часть, мы 85 разделим на 5. Получится 17. Значит, отрезок АУ, который состоит из одной части, и будет равен 17 мм. А отрезок, который в 4 раза больше, будет равен 17 умноженных на 4, то есть 68 мм. Такова длина отрезка ОБ. Итак, АБ у нас 85 мм, АО 17, ОБ 68 мм. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.